Приветствую, друзья, с вами Артур. Сегодня на нашем столе колоночки JBL Duet. Очень много колонок я переслушал, но такие попались первый раз. В интернете про них очень много положительных отзывов. Все пишут, что в студиях, допустим, используют хорошую акустику, а дома к ноутбуку подключают таких малышей, и звук им очень нравится, то есть он правильный. В общем, первый раз я их послушал 3 минуты назад, и вот теперь записываю видео. И действительно, качество звука меня порадовало. Я вам буду включать музыку с библиотеки YouTube. До этого я слушал свои, скажем так, любимые треки, которые у меня на слуху постоянно, и которые я знаю, как правильно играют, так как акустики я переслушал очень-очень много. В общем, давайте пробежимся по визуально. Очень выглядят круто. Во-первых, в таком хай-тек стиле, да, в виде капли, либо такой космический стиль колонок. Они небольшого размера, можно поставить возле компьютера, либо возле ноутбука, либо с MP3 плеера, с телефона, слушать на них музыку. Первый раз вообще встречаю такое, что два светодиода. То есть эта колонка, понятно, на нее подается питание от блока питания 18 вольт, в ней плата усиления, регулятор громкости, он же включение и выключение. И обычно светодиод находится в активной колонке, вторая колонка подключается просто обычным кабелем. Здесь она точно так же подключается обычным кабелем, но на ней также есть светодиод, что она сейчас включена. Первый раз такое вижу. Подключается она обычным штекером, два провода в котором в кабеле, то есть... Потом у нас подключен блок питания 18-вольтовый и обычный 3,5 мм разъем, вход сигнала на акустику. В общем, погнали. Сейчас я разблокирую отпечатком пальца в телефон. Погнали слушать. У меня здесь раз где-то 10 треков примерно. Каждый по несколько секунд я вам буду включать. Играют колонки реально круто. Бас приятный, то есть для небольшого динамика, понятно, выжать бас, чтобы у вас грудная клетка прожималась, это нереально, но он здесь, по крайней мере, который не давит на уши, то есть он более-менее приятный. То есть, понятно, сравнивать с колонками, которые там по 50 ватт, абсолютно не имеет смысла. То есть я равняю акустику в пределах там, до 10 ватт мощности, и качество именно звучания, не громкость, а качество. Я на телефоне смотрю, он меня раздражает. В общем, друзья, колоночки реально классные. Лайк за видосик. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.